«Мама, на нас напали бандиты». В Беларуси ОМОН протаранил авто с ребенком внутри. В Гродно во время акции протеста пострадала пятилетняя девочка. В Беларуси сотрудники ОМОНа разбили дубинками легковой автомобиль с пассажирами внутри, а бронированный джип силовиков протаранил авто сзади. Инцидент произошел в центре города Гродно вечером 11 августа. В результате происшествия пятилетнюю девочку, которая находилась в легковушке со своими родителями, госпитализировали с многочисленными ранениями от осколков стекла, ребенок потерял много крови. Отца маленькой Юли задержали правоохранители, и только утром 12 августа отпустили из отделения милиции. Об этом передает тат.бай, как рассказала мать ребенка Инна Череуха. Они собирались на авто добраться из одного конца города в другой, и попали в центре, где проходила акция протеста, в поток сигналищих автомобилей. Сами же в мероприятии не участвовали и не сигналили, поскольку даже технически не могли это сделать, у них сломан сигнал. Внезапно впереди их легковушки, Passat би 3 и других стоящих машин, появилась военная техника и сотрудники ОМОНа. Мы растерялись, когда увидели, как военная техника впереди начинает подрезать бус, и тот разворачивается боком. Муж выехал на встречную полосу, чтобы объехать. Но навстречу нам выбежали ОМОНовцы, начали бить машину дубинками, лобовое и боковые стекла, зеркала. После этого сзади в нас въехала военная техника, был сильный удар, говорит Инна. Женщина увидела, что ее дочка ранена и истекала кровью. Муж решил отвести ее в больницу скорой помощи, но подбежали люди и предложили подвести. Дочка плакала, она очень испугалась. У мужа был рассечен лоб. Его сразу остановила милиция, повезла разбираться, только утром отпустили. Сейчас звонил следователь, вызвал опять, рассказала Череуха. Врач наложил девочке четыре шва. У нее рассечение правой височной части примерно на 2 см 5 мм и ушиб. Вероятно, когда полетели стекла, один из осколков попал в голову. Больница дочка спросила, мама, на нас напали бандиты. Говорит Инна. Сейчас их авто забрали на экспертизу на платную штрафстоянку. Женщина отметила, что им могут выписать штраф за выезд на встречную полосу и оставление места ДТП, когда муж пытался завести ребенка в больницу. Ранее появились видео и фото жесткой ночи в Беларуси, где силовики расстреливали резиновыми пулями на остановках и вытаскивали людей из авто. Также мы писали о том, что в Киеве запустили в небо огромный флаг Беларуси. Появилось фантастическое видео.